Сейчас о здоровье. Только представьте, врач говорит, у вас новое образование, есть подозрение на рак, надо пройти обследование. И самое страшное в этом, наверное, даже не сам диагноз, а неизвестность. В Латвии очереди к онкологу можно ждать месяцами. Но с 1 ноября попасть к специалисту станет легче. Не всем, но все же. Так называемый «зеленый коридор» для онкобольных на этой неделе стал шире. Это значит, что с подозрением на рак пройти обследование как можно быстрее появится у большего числа пациентов. В Латвийском онкоцентре разработали рекомендации для врачей, то есть какие процедуры и при каких онкозаболеваниях необходимы. Это нужно, чтобы скорее определить, есть ли рак. Если у семейного врача появляются подозрения, он активизирует так называемый код Z. Отправляет пациента на обследование, потом к специалисту. К онкологу через зеленый коридор пациент попадает без очереди в течение 10 дней. До этой недели в списке заболеваний с подозрением, на которые пациент мог попасть к врачу быстрее, было 11 позиций. Рак груди, простаты, кожные новообразования, образования в толстой и прямой кишке, рак желудка, матки и яичников. С 1 ноября список дополнили 5 позициями или 9 диагнозами. Попасть к онкологу без очереди теперь смогут пациенты с подозрениями на рак печени и желчного пузыря, центральной нервной системы, полости рта, щитовидной железы и меланомы. Стал шире и список врачей, которые могут отправить пациента в зеленый коридор, например, гинекологи. Раньше эти специалисты такого права не имели. В Министерстве здравоохранения говорят, что дополнительных средств эти нововведения не потребуют.